четвертой рыбы в сезоне, а теперь карась. Пойманная спиннингом. Все рыбы за глаз были закрены, а эту забодрили за хребет. Супер. Всем рекомендую. Карась. Блесна. На реке Волхов мы забагрили щуренка за глаз. На реке Оке в районе Белых колодезей был забагрен окунь, тоже за глаз. В Кузьминском пруду на эту же блесну был забагрен карась. А вот теперь самый супер улов. Уклейка под городом Озеры. Обалдеть. Очень большая рыба.